После включения двухэтапной аутентификации для входа в Google аккаунт возникает проблема с паролем в учетной записи почты Gmail в Outlook. Нужно создать специальный пароль для Outlook и заменить им стандартный пароль аккаунта Gmail. Для этого нужно войти в настройки своего аккаунта Gmail и в разделе «Безопасность» перейти в раздел «Вход в аккаунт Google. Пароли для приложений». Google попросит повторно ввести стандартный пароль Gmail. В открывшейся вкладке «Пароли приложения» выбираем «Приложение и устройство». Ну, в данном случае мы выбираем «Почту» и «Устройство Windows». Копируем созданный пароль и вставляем его в настройки аккаунта Gmail в Outlook вместо стандартного пароля. И все будет работать. Спасибо за внимание.